Красивые, смелые и талантливые девушки будут соревноваться в профессиональном мастерстве в рамках грандиозного проекта «Мисс Медиа». Приоритетно новостной информационный контент, творческий подход приветствуется. Старт уже состоялся, продолжение обещает быть красочным и захватывающим. Я считаю, что «Мисс Медиа» — это первый проект, который подается так масштабно. Здесь нет мужчин, участвуют только очаровательные журналистки, причем мы для себя решили называть их не журналистками, а медийщицами. Первый этап – презентация. Каждая участница рассказывает о себе, своей деятельности, семье, стремлениях и мечтах. Очаровать членов жюри не так-то просто. Настоящие профессионалы медиабизнеса тонко чувствуют фальшь. Поэтому задача конкурсанток – быть максимально честными, открытыми и, конечно же, обаятельными. Конкурсанты, которые, знаете, поражают своей, наверное, живостью, вот какой-то непосредственностью, которая раскрывает какие-то такие внутренние уголки своей души. Девушки, участницы проекта, представлены разными сферами деятельности. От спортивной индустрии до телевизионной. Совершенно разных внешне и профессионально конкурсанток объединяет одно – желание победить. Этап презентации оказался волнительным для всех участниц. Я волновалась, потому что одно дело, когда ты каждый день вещаешь просто на камеру, а другое дело, когда на тебя смотрят члены жюри, участницы, и определенное волнение есть, было и даже сейчас оно есть. Главный приз конкурса – поездка в Сингапур. Много интересных испытаний еще предстоит пройти участницам, чтобы выяснить, кто же та самая «Мисс Медиа-2017».